Покормили, принесли. Спаси Христос. Пачка сейчас там храм покажет. Привет передавайте. Спаси Христос. Мы обязательно расскажем о вас. Галина. Галину я ни разу не видел фотографию. Спаси Христос. Поехали мы. Батюшка сейчас нам покажет. Вот наш храм. Тут все натуральное. Никаких подделок, никаких пластмасс. Вот такой иконостас вот классический. И свет Божий через апостолов идет к нам. Вот, вот иконы есть, как они с лучами солнца на стенку проецируются. Ну, пойдемте в алтарь. Алтарь сорвет. Где мы находимся? У отца Игоря Бобрика. Поднимайтесь туда. Зовет в алтарь. Вот так? Да. Нет. Я ходить дальше еще не буду, хотя я чтец благословленный. Но если, я если настоятель благословил, какие могут быть? Вот у нас престол вот такой. А жертвенник вот он вмонтирован прямо в стене. И поэтому, когда заготавливаешь отца, никогда он не качается, ничего, потому что он в монолите весь. А вот иконы, которые я говорил, вот. Ну, раму мы сделали сами. Вот. Божья Матерь и Спаситель, это вот древний уже, сколько им лет, не знаю. Вот так сделана у нас панамарочка. А вот так у нас сделана... Это вот я накрестил, мокрое на все. Продвигается полка. И вот облачение снимаешь. А потом опять задвинул. И получается, и места мало, и удобно. Там нельзя ходить. Перед престолом нельзя. Это дворное место, и свет естественный оттуда, и там свет Божий сверху. Вот семь тайн, семь окон. Делать купол. А производители запросили почти миллион. Ну какой миллион у нас тут это? Немыслимо, поэтому парашют натянули и все. А это вот из полиграния. Парашют сверху. Вот, заходит человек, исповедуется, никаких очередей на улице, никаких ничего. Зашел, закрыл, и таинство там совершали. Боря, матушка ждет завтрака. Я зашел поклониться. Господи, благослови нас. И сохрани, и даруй здравия. Спаси меня сам, защити, сохрани. От нападающих волков лютых и от говорящих превратно. Но имя Твое да славится во веки веков. Аминь. Аминь. Это он 7 век еще. Вот он доллар, полтора часа тут стоял. Или не подарю все равно. Все, что в храме, то храмовое. А туда это на хор туда. Лестница.
пойдемте, я вам крестильный храм покажу. Так, мой батюшка, поехали. Сейчас крестильный храм посмотрим. Крестильный, пойдемте. Трапезная. Да. Трапезная у батюшки отца Игоря. А вот это прилетает, где-то они на поле гнезда здесь. Легкий и вот купель. Туда вам уже пробили на выход. Туда иконы. И все, больше тут ничего не нужно. И ласточки живут. А, ласточки у него. У нас ласточки прямо на иконе на алтаре. Когда по Писанию, 83-м столом, ласточки, говорит, в алтаре твоей, Господи. А, ну, на первом уровне. Вот это трапезная. О, богатые столы, по такие не проломишь. Сами делаем. Сами. Даже не знаю, раз, два, три, четыре, пять. Семь. Семь столов. Да как тоже готовят-то пищу-то? Сами? А у нас кухня полевая. Вот тут. А в вашем хуторе Карцево сколько жителей? А, ну, наверное, человек 90, наверное. Тут одна улица, мы ехали, одна улица, одна, да? Улица, да? Понятно. Это вот окошко-то открыто осталось, ничего. А хуй. Вот корпус 12-метровый, вот за два дня сделается. Вот весь второй этаж, вот это весь тоже стеноблоков, легкий совершенно сделан. Да. Так, ну что, с Богом. Нам выход на Ростов-на-Дону. Я сам остановлюсь.